И вот я вернулся. Мы должны закончить сегодня. Часть про пингвина, по крайней мере. Не про пингвин, это не пингвин. О, в смысле, мы не можем выныривать. Это было! Ну, видимо, это что-то еще. О, словно убили меня, да? Ну что такое-то, ну? Ладно, я думал, мы будем таким уже не будем заниматься. Скажите, что-то если это не будем. Насчет этого защелкивания. Меня когда ранят? Там слишком близко, да, стоим? Думаю, что да. Ну что, давай, расти, расти уже. Этим жемчужинами питаться невкусно. Если неинтересно. Ай! Вот, слушайте, вот сейчас вот некоторые люди перепутают, наверное, турнир с другим уровнем и скажут, что этого было, и все, и выключат игру. И так много не пошло, наверное, людей. Ну как можно так долго? Сейчас я перепутаю уже, да? Ох, может что-то тут еще есть хотя бы, нет? Думаю, что нет все-таки. Потому что приближает, слушайте, отдаляет, пытается. Но, блин, это не все, потому что на сметик у нас еще. Нужно еще все-таки расти больше, чем нужно. А, убили. Ну, конечно, не убили, мы еще тут пронзили, откусили кусок от дельфина. Больно, конечно, но беда, что делать с ним. Он сейчас откусит кусок от этих. Хвостика может хватать, интересно. Вряд ли, конечно, но. Арх, дублайх, ну словно такое прозвище такое назвать им, а. Ну уже. Попались. И вот мы. Ох, ёшкин кот, вы что, шутки свои шутите? Не, понимаю, конечно, смешно, да, но ё-моё. Ай. Потом ведь еще такое же будет, да? Что только у этого? У других что, не будет, что ли? Не бывает? Бывает. Так, бесконечно удаление, слушай, бесконечный уровень. Хотите вот такой вот? Могут сделать. Потом. Кому понравится, да? Ах! Что ж такое-то? Так, этих съели. И это все? Будем знать, что это все. Так, что тут? О, веселье начинается. Кого-то грызут, помимо меня, конечно. О, крокодиляги. Самые настоящие. Большие, кстати, кто не знал. Так, пловцы, бочки. Уже название есть. Неужели это весь уровень такой? В смысле, видите, он кончается уже. Ёшки, кот, не кусайте меня. Крокодил был съеден. Быстро. Так, а вот и бочки, действительно. Бочки на бочке, ну да. О, мы еще хранять можем, ну да. Приятно знать, что нас тоже ценят бочки. Ха-ха, балпес, глупец. Смешной такой, да? Персонаж был. Ну, наверное, вымышленный персонаж, что этот. Как его звать-то? У него имя есть вообще? Этого? Спасателя. Так, я не понял. У меня спасатель сейчас есть. Он такой безымянный персонаж. И после чего только бочки. Ну, поплыли. А, не съедено. Еще пальмы. А, еще пальмы. Большой слишком. Ладно.
Оу, оу, что здесь такое? Ага, а, ага. Они просто появляются, строят новые, понимаете? Быстро строят. Это мы замедлили, за что снизу? Ничего. Ничего. Ну что за глупость? Что, можно отдельно башку может съесть эту? Что, откусить не может, что ли? Умеет, не умеет. Представьте, что стоит еще на одном. Это снова как с ракушкин будет. Вот на этом штука, еще одна штука, да? Шутка в шутке, как говорится. О, так и началась. Давно пора. Типа все съели. Ну ё-моё, все съели, выпускаем. Не, давайте не будем атаковать, пока он все не съест. Только он не все съест, и будет хорошо все. Но нет, он все съел, вот это уже хватит, да? Ой, кто-то плавает здесь. А, это база, база, база. Они взрывают свои же. А. Ранимся, не ранимся, мне не важно. Он взорвался или уплыл? Вот в чем вопрос. Представь себе, туринг нельзя вообще урон получать. Абсолютно никак нельзя, представьте себе. Бывает всякое, да? О! Большие можно. Ранимся, не ранимся, да? Что ты? Неважно, да? Ну сколько там еще метров? Необходимо там. Ну, скажите, что все, ну. Сказали! Какое счастье! Ну что, финальный? Нет, еще кажется, еще мины. Я думал, убивают. Оказывается, просто. Ну, торопиться, значит, не будем, в смысле, спешить по. Скользить, спешить. Возможно, нам еще их нужно съесть, а потом. Спешим и все. Взорвем все, да? Плохо будет. Шлема. Я хотел съесть, не взорвать. Вот. Одного не хватило. Хватило. Ладно. Па-па-пам-па-па-пам-пам. О, нет. Па-па-па-пам-пам. Опять ракушистость. А! Вот не ракушистость это, а жемчужность. Па-па-пам-пам. Па-па-па-па-пам-пам. Да, не успеваем. Потому что быстрее слишком. Времени нет у нас собирать все. Никак не успеть. Ну невозможно, это непроходимо. Жалобу на автора напишем, да? Ну все, может, думаю, а вдруг это один человек делает. Ну ладно, конечно же, нет. Если студия, то там несколько людей, да? Или нет, как вы думаете, вот головка. Па-па-пам-пам. Па-па-па-пам-пам. Да нет, там в титрах было много людей, вы что, да? Наконец-то коньков нас тут можно есть.
Куда-то заблудился конек. Ты чё? Конь, что ли? А пока ждем жемчужины, коньки приплывают. Может, тут еще есть летающие, нет? Действительно. Просто если там ничего нет, укусит или не укусит, наверное, укусит. Не, жемчужины. Пожалуйста, дай жемчужину включать в уровень, где у нас будет от начала, от нуля до середины. От начала до конца, как вы помните, да? Надеюсь, такого не может случиться. Процвели. Что у нас здесь? Опять начинается атака. О, мне теперь выпускать будут не просто в никуда, а просто куда-то. Блин, черт подери, турень дурацкий. Ну что же это такое? Опять эти ракеты. Ну, ловить их нужно долго. Ну, неудобно же так делать. Сложно. Ракеты не могут врезаться в... Могут. Извините, быстро копится прогресс. Может, я хочу оттолкнуть подальше, чтобы там нас не доставали. Хотя не поплывут гады. Во. А, там стена, черт подери, они не могут. Или могут, слушайте. Ну, самолет не самоводящийся пускают, да? Обычные пускают. Но сто куча. А помните, когда полицейские бегали, стреляли в нас? Когда монстриком были мы. Это было приятнее полицейским уклоняться, чем от ракет. Автомобилей. Ну что-то мы тут катаемся, да? Ох, поймали уже, не поймали. Рядом с ним плавать, чтобы они не доставали, да? Как же утомительно. Просто даже ждать никак не получается. Вся. Кто там выпустил под водой, что ли? О, хитрость, можно из-под воды, из-под корабля вывести. О, круто, да, читы? Безопасно вот так, мы их... как щит у нас такой вот, свой. О, ну, кажется, вот так можно, ну ладно. Если так будет продолжаться, я просто не могу продолжать, да? Ёшкин кот, когда уж быстрее? Ура, сейчас, ладно. Ну что, конец где-то? Ну, звезд даже не дали. О. Наконец-то конец. Ой, ё-моё, да? Вот здесь немножко интересно ловить их. Почему-то они такие хаотично плавают, и все нормально. Какое счастье, да, смесь как они. Туда-сюда, ловит меня. Нет, не меня, а тоже. Эти тоже вкусненькие. Это кто? Это... это не наши, нет. Утки. Пеликаны это, точно, вот. А каркают, как птицы. Они и есть птицы, да, понятно. Ну, интересно, например, слушайте, это красиво. Много всего, это чудесно, да. Главное, чтобы уровень плохой, когда мало всего. Вот это что такое, вот, допустим, предыдущий. Ну, что это такое? А тут и то, и все, и другое туда. Что-то какие-то не те звуки, да? Словно. Мечевод. Меченосы, так называемые. Какие меченосы, да?
Так, кто у нас тут еще? А, точно. Всякие там гоночные трассы. Непонятные. Начинаются, продолжаются. Ой! Я уж думал, что меня схватили. А теперь я хватаю. Па-пам, па-па-пам-пам. Па-пам-пам, ну что? Теперь эти машины... Оу. Это из-за того, что я съел, они тут понаехали. Специально для меня, да. Мне кажется... Нам еще многое впереди предстоит. Да, сказать можно было. Да, о. Затонувщина. Вот как много раз... Так не бывает. Немного... Не бывает так много разъездившихся. Яхт. Магия какая-то снова. Что происходит? Давайте купим что? Что-нибудь. А? Ой-ой-ой, вот такие тоже не бывает. Ну сколько много? Как не бывает? Все так много. А чё они в одной плоскости плавают? Они сзади почему не плавают, а? Все по одной плоскости плавают, по прямой. Не бывает, да? Тоже питательнее. Опа. Что там еще? Как и большой будут. Будут, будут, не бойтесь. В смысле, бойтесь. Мы прошли, ну что, пускайте меня. Нет, еще не пустят на следующий. Черепашки! О нет, сейчас машину будет. Ура, людей убивают. Ну ничего. Главное, что дельфина надо убить. Людей это не важно, пусть убиваем, да? Ну случайно получилось, да? Убили всех. Монстр уцелел. Ну ничего. Скажем, что монстр убил. Может, эти торпеды выныривают из воды, что ли? Пытаются, но не могут, да? Кажется, да. Забавно, если так. О, поехали. Скажем, что монстр убил. А мы сейчас съедим их, скажем, что взорвали. Съели мы. Ну что теперь? Во, начинается, да? Начинается. Ну что? Это наша сегодняшняя цель. Пройти было вот это. Нужно еще шарик кидать, точно. Чтобы больше давали. Не жги, самое главное, себя. Звон. Накидали вообще, да? Кидали. Дзинь. Извините, в гонг. Что будет интересно, если мы это... мячик выкинем. Нет, я про то, что... Ранимся, ну не важно, да, нам... Типа... О, нет, ведрышко, он такой плачет. Мое ведро, за что? Ну ничего, не бойся, купим тебе новое ведрышко. Золотое ведрышко будет тебя. Ну, наконец, слушайте, вот, сейчас мы будем... О, мы уже этих едим неплохо уже, да? Не придется с нуля расти снова. Ветролет! Ветролет! На ветре летает.
сразу же это съедим. Надеюсь, стрелять не будут. Надежда есть у меня. Нет, стрелять, конечно, будут. Стрелять-то мы любим убивать. Да, убийство это для нас. Это по мне, как говорится. Ну, что могу сказать? На самом деле, не могу говорить. Но кто сказал, что я... Здесь все такое вот. О, вертолеты. Ветролеты. О, китообразные. О, стреляют. Убийцы, наконец-то. Полетели. Видите, наемники такие. С взрывчатками. Сейчас самолет взорвут. Видите, взрывают вертолеты. Ну, скажем, что монстр убил, как говорится. Так. Ну, так. Видите, поймались. Это еще не совсем. Ура! А еще стрелять будут. Будут, не бойтесь. Что под водой? О, кальмары, точно. Почти кальмары. Ё-моё, кальмаров еще нельзя кушать. Ну что вы такое? За что? Можно! Сам ты кальмар, да? Нет, лодка, в смысле, корабль. В смысле, самолет. Ой, что стреляете-то? Ну, сами себя убили. Ну, сказали, что монстр убил. Не успели сказать, умерли. Это там. Ну что, еще съесть можно лодку подводную? Можно. А еще что можно? Так, что теперь? А, ну а теперь снова стрельба начинается, только стрельба. Ничего больше. Не боимся напороться на всякие там пушки. Нам не важны ваши лягушки. В смысле, почему тут лягушки? А чтобы смешно было. Неужели это все, что ли? И мы не вырастим куда больше, или что? Нет, я надеюсь, что еще будет кое-куда расти. Надеетесь. К счастью. Так, а что тебе, да, что случилось? Что еще съесть-то мне? Кроме самолетов и лодок. Ага, вот эту вещь данную. Слушай, неужели это все? Ну вот это расстроило уровень меня как-то. Не так круто выросли, как... Чем больше, чем нужно, да? Меньше, чем нужно как-то. Получается, ну что. Давайте самолет есть пока что. Питательнее пока что они. Нет, лодки питательнее, подводные. Много вещей. Ну что, давайте на сегодня еще пройдем, да? О, профессор! Наш знакомый. Да, ну что. А теперь начинаем есть. О, это опять, да, с самого нуля до самой-самой вершины. Смотрите-ка. У нас опять микрометры всякие. Вот такая вот. О! Это кто говорит? Профессор сказал или что? Или акула? Или это профессор акула? Да, нужно еще тут расти.
полос, ну что, по-другому кусает. Да. Долго получается. О, этих. Это акула говорит. Это акула говорит. Ой. Так, там еще кто-то будет. Ёшкин кот. Знаете, морковь, кстати, этих приятнее есть, чем рыбок. Почему-то. Ох. Уж эти существа. Плавают немножко, да. Слушайте, это долгий уровень, еще один, что ли? Смотрите, как мы мало выросли еще. Можно сказать, что это надолго. Серии больше, чем нужно получилось. К несчастью! Надо ладно, не печальтесь. Может быть, это не все еще потеряно. Может, потом ускориться. Ну, кто знает, кто знает. То мы печалимся, что уровни слишком короткие, то хотим меньше. Ну, кто знает, как лучше сделать. Нет, эти хоть больше дают нам. Хочет уже быть понятнее большими. О! Да, смотрите-ка, больше, чаще мы начинаем расти, быстрее. Вот уже. Оба, вот уже нам... полузаметные вещества, хоть на нас не лезут, да? Хоть не лезут. Ну что тут плавать-то, чудики? Оба. А, он теперь тоже их ест. А, то есть тут сначала плавали-плавали, а теперь... О, она тоже прикольно будет. Ой, кусака. Ребята, кто рычит, да, враг или... или акула? Акула, конечно, что вы. Наша акула. Не ваша. Папа. Ха. Попались. Это тоже планктоны зообразные. Я думал, тут уже эти креветки. Так. Ускоряемся. Пытаемся. Опять большие, ну. Всегда есть кто-то больше. Что же делать-то? Ну уже. Давай, сейчас все получится, давайте. Что ты сегодня? Что ты начал говорить по-другому сейчас? Да успокойся, ладно. Кто-то мне сказал тогда. А, не будем спешить. В смысле, будем. Но не будем говорить, что не будем спешить. Иначе мы... Что мы тут? Все можем, что ли? Тут народ открывает по-другому, кстати, видите? Надеюсь, это видно. Если это незаметно, это плохо. Попался. Их еще мы схватим. О, вот это что, похоже на креветку. Что, давай, больше, больше. Что же, сносит их потоком, что ли? Они так кажутся. Такими непонятными. Да, мы все еще пытаемся расти. Еще несколько минут и... все выйдет.
Надеюсь, это не последняя стадия, в смысле. Вот финальный уровень, как всегда, будет супер-мега долгим. Это мы уже чувствуем, да? Во всех, по всем планам тогда, смотрите, как финальный уровень супер-мега долгий. Хотя, кроме последнего, в последнем уровне, в первом тестопланете, то есть, там, так как нет отдаления, тут у нас поэтому все по-одинаковому. Ну что, где, кто, когда? Заканчивается что-то, нет? Это только начало, скажите, да? Ну, попробуйте сказать. Я скажу вам, что не надо. О, вот уже рыбки знакомые. Пингвины знакомые. Вот, теперь мы будем... Опа, мистер Р, говорить. Ой, извините, что-то случилось не то все. Так. Ой, кто остался-то? Остались рыбки, да, мне кажется, это финальная стадия. Потому что, ну что так? Да что рычишь-то? В смысле, я хотел сказать, вместо опа будем Р говорить. Хотя нет. Ага, ёшкин кот! Или что там он? Опа, на, кто у нас тут? Интересно, хочет для каждой рыбки, да? Свои относительно животные новые. В смысле, рыбки и животные. Ну что вы тут? Что-то как-то неудобно их очищать. А рыбки разные еще. Вот, наконец поймались. Бухни на кана. Ну что вот тут? Ага! Да что ж такое? Только мог всех съесть, а теперь уже никак. Ну вот, сейчас будем обкусывать их. Все больше и больше. Все, всех можно. Пингвинов потом, да? Он беседует, как мне. 7 минут. А мы заканчиваем. Всем пока.